Всем добрый вечер. Дайте, пожалуйста, обратную связь, как меня слышно, как меня видно. Жду ваши плюсики в чате. Спасибо огромное. Еще раз добрый вечер. Хочу всех поприветствовать. Сегодня такая честь, да, я начинаю первое вести нашу поздравительную итоги, да, по работе в 13-м каталоге. Сразу хочу всех предупредить, да, что у нас это будет 3 вечера или 3 дня, так получается, сегодня, завтра и послезавтра. Так как наша структура уже очень большая, мы разделились и хотим, чтобы, да, вам было комфортно, чтобы недолго сидеть и все могли поздравить друг друга. Так что ждем вас завтра и послезавтра. Еще, конечно, оповещение будет по чатам, по рассылке, это обязательно. И я хотела бы, конечно же, сразу спросить, есть ли у нас сегодня новички, которые первые у нас, первый раз пришли на вебинар онлайн, да, на наш структурный, на наш командный, есть такие у нас сегодня или нет? Вот Катя, я рада вас приветствовать, Катя. Кто-то еще есть? Поставьте тоже плюсики. Очень рады вас видеть, Татьяна, очень рады. Сегодня мы будем поздравлять, да, наши команды, каждый из спикеров будет поздравлять свои команды. И я хочу начать, да, с вашего позволения, поздравить свою часть своей команды, так как уже девочки уже подросли, выросли и уже сами будут поздравлять свои веточки, да, свои команды. Так, и начну, конечно же, я с того, что хочу поздравить наших новых партнеров, кто у нас в 13-м каталоге влился, да, в нашу работу, сделал свой первый активационный заказ, с чем вас и поздравляем, с тем, что вы активировали свой бизнес, и думаю, что уже многие начали активно работать, активно рекрутировать. Это Есенова Ару, Бекужанов Санжар, Дана Есенбекова, Михайлова Виктория, Примкулова Гульнара и Амиржанова Жанара. Я вас поздравляю, я думаю, что вы будете также активно, да, на протяжении всей вашей деятельности, да, у нас в проекте до того момента, как вы именно решите, что вот уже все нужно заканчивать, строить свою карьеру, да, но я думаю, что такое произойдет очень не скоро, так как карьерная лестница у нас очень большая, да, нужно покорять все вершины, дойти до президента. Многие директора у нас уже шутят, да, что в связи с тем, что как растет, да, экспресс-карьера, наверное, лестницу будут увеличивать, так как президент, да, это совершенно будет не предел, да, до миллиона, чтобы там не только премии, да, но и зарплаты были такие огромные. Поэтому, девочки, я рада вас приветствовать, да, в нашей команде и рада, что вы активировались, да, активировали свой заказ. Свой, вернее, кабинет. Наши новые супер, которые активные партнеры, это те партнеры, да, которые поняли, да, всю прелесть, все преимущества большого именно заказа, да, что нужно сделать сразу, да, свыше 100 бонус баллов, какие преимущества они получают с этим, да, в связи с этим. Это спонсоры, я знаю, что спонсоры молодцы, постарались, именно правильно донесли, да, что у девочек сложилась такая картинка в голове, что можно получить, да, в связи с тем, что можно сделать, когда большой заказ. Это Санжарова Сауле, заказ на 126 бонус баллов, это Ниязова Жанаим на 100 бонус баллов, Салина Маржан 113 бонус баллов, Нурмуратова Алия 105 бонус баллов, Ишингалиева Айнагуль 105 бонус баллов, Байсалбаева Аннель 101 бонус балл и Жуманов Алмаз 103 бонус баллов. Молодцы, я вас с этим поздравляю, так как вы являетесь участниками, да, стартовой программы, желаю вам проходить дальше шажочки, да, по этой программе и получать все свои подарки, которые предоставляет нам компания. И также хочется выделить наших участников премьер-клуба. Это те участники, которые делают ежекаталожно свыше 150 бонус баллов, и они получают основную скидку на свой номер консультанта.
то есть, да, как зарплату, имеет право заказать, например, каталога, продукты, новинки, такие продукты по 70% скидке, да, также имеет право заказать, есть такая возможность, любой продукт с 50% скидкой, совершенно любой продукт. Поэтому, кто еще не в премьер-клубе, то спрашивайте у своих спонсоров, как туда попасть, да, какие есть преимущества, какие выгоды. Это очень и очень выгодно. Это девочки у нас такие, как Раимбекова Бейсен, Тлебергенова Динара, Молдашева Гульнара, Ахмедбекова Саида, Кожабекова Айжан, Талап Шулпан и Сайфулина Саида. Это из каталога в каталог. Молодцы девочки, очень активно и работают, активно размещают свои заказы и также активно, да, получают все преимущества. И, конечно же, хочется поздравить наши новые, да, 3%. Первая ступенечка на лесенке успеха от компании Oriflame. Это вот девочки, которые с фотографиями, это девочки, которые активные, да, активно работают. Это Атаниязова Жанаим, Амиржанова Жанара и Джилгазбаева Сауле. Девочки, я вас поздравляю с этим, тем, что вы вот поднялись, да, на первую ступенечку. Я хочу вам сказать, что вы не засиживались, да, росли все дальше и дальше, выше и выше, чтобы это был такой вот ваш трамплинчик, да, потому что я знаю, что вы, если вы работаете, да, обучаетесь, то, соответственно, рост не замедлит себя ждать. Девочки, кто вышли на 6%, это Раимбекова Бейсен, Бекужанова Наурузгуль, Ахмедбекова Саида, Крыкбаева Ардак, Каргазина Эльмира и Синбекова Дана. Я кого-то здесь видела. Молодцы, девочки. Я вас с этим поздравляю, да, 6% это уже не первая, да, ступенечка, это уже, вы уже крепко стоите, и вам нужно дальше и дальше, да, развивать свое направление, свой бизнес, да, строить команды, расти до уровня менеджеров, до уровня директоров, потому что это такое всего лишь начало, и не нужно уже расслабляться, да, я знаю, что очень многие очень активно рекрутируют, уже много у них новичков есть, поэтому, девочки, вперед и только вперед, я рада, что вы у нас в команде, что к вам приходят такие же активные партнеры, как и вы сами, я вас поздравляю с этим уровнем. Ну, еще вот за счет спонсорской ветки, да, видимо, кто-то вышел на 6%, участники я их зачитывать не буду, думаю, что спонсоры отправят это видео, да, или вернее отправят, сообщит о том, что вышли, да, на 6%, есть какой-то уровень. Да, включайтесь в работу, и хотелось бы поздравить наших новых менеджеров, те, кто вышли на 9%. Это уже такая ступенечка, да, когда вы должны брать уже ответственность на себя, за свою команду. Я думаю, что вы непременно это сделаете, да. Это Тлебергенова Динара, Ахметханова Маржан, Разбеккызы Айгерым и Саметова Майнура. Девочки, я вас с этим поздравляю. Я вижу, вот как вас спонсоры, да, активно поздравляют. Поэтому нужно, если вы еще как бы сомневаетесь немножечко, то, что, да, не нужно, да, отбрасывайте все свои сомнения, именно, может быть, стесняетесь как вот по работе именно со своей командой, да, ничего не нужно, потому что помощь всегда у нас есть, да, поэтому нужно вам уже самим брать на себя всю ответственность, да, за своих партнеров, которых вы приводите в проект, и тоже уже начинать обучать их. А для этого нужно знать много и самим. Поэтому, девочки, я вас поздравляю с этим уровнем, уже таким главным, да, вы уже менеджер. И, конечно же, с превеликим удовольствием, с большой радостью поздравляю с уровнем 12% Зульфию. Зульфия, я знаю, что ты здесь, я тебя поздравляю, я знаю, что как ты этого хотела, да, как ты к этому шла. Ты большая молодец. Я вижу, как ты растешь, уже растешь
внутренне, да, уже, что все страхи уже исчезают. Зульфия, ты большая умничка. Я знаю, что у тебя уже девочки очень активные, твоих бриллиантиков уже много, да, что... Ой, даже прям вот нет слов, да, ты умничка, большая молодец. Зульфия, давай, расти быстрее, да, выше, выше и выше, сейчас есть это, к этому, да, вся предрасположенность, есть у нас и обучение, да, есть девочки, как делают уровни, да, каталог за каталогом, только берем, да, применяем у себя в работе и растем, растем, растем. Ты большая молодец, Зульфия. И девочки вышли у нас на 12%. Талап Шулпан, Манапова Гульнас, Асанова Нургамина, Давлебаева Лиза, Шейкина Наталья. Я знаю, что девочки эти тоже работали, да, но по какой-то причине то оставляют, то появляются, вижу, у нас в проекте. Поэтому мы будем вас ждать, да, если вы хотите денег, да, если вы хотите заработать, пожалуйста, возвращайтесь, пока у вас еще есть на это шанс. Завершишь, я тебя еще раз поздравляю с этим, с твоим уровнем. Надеюсь, каждый каталог мы будем тебя поздравлять. Еще очень большая тоже радость. Гульшат, как ты этого хотела, да? Я знаю, как ты к этому стремилась, как ты смогла это сделать, как ты подняла всю команду, как ты проработала этот каталог. Знаешь только ты, знают твои девочки. Знает, наверное, уже вся команда, да? Какой ты сделала прирост, какой ты сделала взрыв именно в своей, да, голове, в своей карьере. Гульшат, я знаю, что у тебя будет еще больше, что мы будем тебя поздравлять скоро еще с большим уровнем. Но тем не менее, да, поздравляю тебя именно с этими своими 15%. Ты большая молодец. Даже я... Да что там, Господи, я учусь у тебя, потому что я вижу, насколько ты прогрессивна, насколько ты активна, насколько какие у тебя появляются идеи, мысли. Да, это супер результат. Я очень горжусь, очень рада, да, что ты с нами, что ты именно в экспресс-карьере, экспресс-директор онлайн, что Гулечка тебя нашла, да, что ты появилась у нас. И я, конечно же, желаю тебе большой, огромной команды, чтобы каждый каталог, каждый день к тебе приходили твои бриллиантики, которые будут следовать за тобой, да, слушать тебя, как советуешь ты. Ты большой лидер, лидер с большой буквы. И я думаю, что ты еще всем покажешь, Гульшат, своим ростом, да. И всем, да, кому ты хотела доказать, обязательно докажешь, что ты можешь большего. Я тебя еще раз поздравляю, Гульшат, с этим. Целую, целую, целую. Обязательно, да. И, конечно же, у нас, у меня в структуре появились новые 22% девочки, те, кто вышли, да, в открытое звание директора. Это моя подруга Романова Гульнара. Гуля, я вижу, что ты сюда, по-моему, зашла, если ты не убежала. Гулечка, я тебя поздравляю с этим званием. Вот оно свершилось, да. Гуля недавно родила сынишку, поэтому ей сейчас немножечко как недоработы, да, это все понятно, потому что сынок очень маленький, ничего не дает делать, но она очень-очень, я знаю, хочет вернуться, не то что вернуться к работе, да, также активно работать. Гулечка, я тебя поздравляю, я знаю, что это для тебя будет таким большим стимулом, да, что нужно, да, хоть по чуть-чуть как-то возвращаться, пытаться что-то попробовать, работать с сыном на руках, да, поэтому, Гулечка, я тебя поздравляю с этим уровнем, с этим открытым званием директора, это здорово, что наконец-то скоро в нашем проекте, да, в наших структурах появятся еще новые директора, новые предприниматели, которые уже наконец-то будут получать деньги, да, живые наличные деньги. Поэтому, Гулечка, я тебя с этим поздравляю. Давай как-нибудь возвращайся к активной работе, чтобы уже вплотную, да, заниматься проектом. Так.
И еще три девочки, это Мостовая Юля, Акзямова, Альбина и Мажанова Айдана, тоже вышли на 22%. Девочки были очень активны в свое время. Очень жаль, что некоторые почему-то отошли в стороночку, возвращались, хотели работать, но я не знаю, почему. Почему у них в голове какие-то, может быть, тараканы? Звонили, писали. Ну, кто-то молчит, кто-то не хочет. Но, тем не менее, да, я хочу их поздравить, так как они открыли это звание, да, уровень 22%. Но, тем не менее, да, может быть, у кого-то вспыхнется, захотят они работать. Это, конечно же, когда все приходили в проект, да, все хотели именно дойти до этого уровня, да, ну вот он уровень, бери и делай, но, к сожалению, почему-то так получается. Но будем надеяться, правильно, Гульшат, будем надеяться, если захотят, то, конечно, вернутся. Вот такая вот. Так, еще последний мой слайдик. Леночка, дорогая Леночка, мне была такая честь лично тебя поздравить с открытием твоего звания, да, что я тебя обняла и поцеловала и поздравила, но тут я, конечно, не могла пропустить такой момент, чтобы на нашей поздравлялке не поздравить тебя с открытием такого звания, как и с открытием сапфирового директора. Лена, мы равняемся на тебя, мы стараемся, учимся у тебя, да, как сейчас включала ролик, мы пытаемся коряво где-то, может быть, что-то тебя продублировать, но мы пытаемся. Ты нам показываешь отличные результаты, мы видим, что может обычная мама в декрете, да, какие твои цели, какие твои планы, и как ты можешь помочь своей команде, и как ты развиваешься. Леночка, я тебя очень сильно люблю, ты уже стала мне родным человечком, поэтому я тебя очень с превеликим большим удовольствием поздравляю. Я знаю, что это совершенно не последнее твое звание, да, что знаю твои какие цели, что мы будем тебя поздравлять еще с большими и большими такими твоими ступенями. Люблю, 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 люблю. Целую, целую, целую. Леночка, ты настоящий лидер, действительно для нас мега звезда, да, за которой мы следуем, за которой мы пытаемся что-то повторить. Да, ты большой пример для подражания. Так, и еще у меня, да, попросила поздравить Акмарал. Она так хотела поздравить сегодня свою команду сама, нашу команду, да, ее веточку, ее структуру. Но так сложились обстоятельства, что она передала это право мне сегодня. И хотела поздравить наших новых звездочек, как она написала, восходящие звездочки, наши будущие бриллиантовые директора. Это вот эти активные девочки, кто работают, кто сделали заказ, это Ижбай Айгерим, Урисбаева Дана, Бисубалиева Макпал, Сиитова Айнур, Инкарбекова Кулаш. Вы большие молодцы, что вы пришли, что вы активно участвуете в жизни, да, в жизни команды, в жизни проекта, в жизни своей команды. Я вас поздравляю, девочки. Думаю, что вы также дальше будете активно работать, да, и подтвердите того, что написала для вас Акмарал, да, что вы будете директорами бриллиантовыми. Также хочу поздравить участников стартовой программы. Те, кто прошли, сделали заказ свыше 100 бонус-баллов. Это Инкарбекова Акнур и Дюсюбалиева Макпал. Вот тоже сделали и поняли, да, что нужно получить, да, все подарки, все преимущества от компании. Вы большие молодцы, я вас с этим поздравляю. Я думаю, что это ваши не последние заказы, девочки, что вы будете проходить эту стартовую программу, да, и также собирать все эти подарки, которые нам предоставляет компания в данной акции. И также девочки вышли на 3% на начало, вот пишет Акмарал, да, карьерного роста, первую ступенечку вашу. Это Жамбулова Динара, это Мукашева Динара, Жайханова Айжан, Дусинбаева Арайлым, Дусюбалиева Макпал, Ахман Карылгаш. Я вас поздравляю с этим уровнем.
Я знаю, да, что это далеко не последнее, то, что мы будем с каждым каталогом вас поздравлять с новой вашей ступенькой, что вы также поднимались все выше и выше, выше и выше, делали те результаты, которых вы себе поставили, которые вы себе запланировали, чтобы вы росли, да, чтобы в вашей команде появлялись такие же лидеры, как и вы, которые бы повторяли за вами. Поэтому нужно начинать все с себя, да, как работаем мы, так и работают наши люди. Поэтому делаем то, что хотели бы видеть, чтобы делали наши люди, наши партнеры. Также хочется выделить шопоголиков, да, тех, кто из каталога каталога делает заказы, и это участников премьер-клуба одновременно. Это Ахман Крылгаш, Дюсюбалиева Макпал, Ахметова Акмарал, Карбекова Акнур. Вы большие молодцы, да, что также понимаете, что один из китов нашего проекта, да, это личное потребление, полностью меняем свой магазин, переходим полностью на продукты от Oriflame, так как они очень качественные, не мне вам об этом говорить, да. И что у нас дальше? Дальше у нас поздравим активных партнеров и рекрутеров. Получается, у нас на манеже все те же, да, все те же самые активные девочки, которых мы уже поздравляли. Это Жамбулова Динара, Жайханова Айжан, Ахман Карлыгаш, Инкарбек Вакнур. Вы сегодня звезды. Большие молодцы, девочки. Растем дальше, да, работаем также дальше. Не зря вас Акмарал выделила, да, что вы являетесь ее активными партнерами и рекрутерами. Молодцы, девочки. Так, и вот последний слайдик. Здесь тоже Акмарал хочет поздравить Аленочку и меня. Ну, себя я поздравлять, конечно, не буду. Это как-то прям даже некрасиво. Леночку с открытым званием, да, с открытием новых высот. Еще раз повторюсь, что, да, я знаю, что как Акмарал относится к тебе, потому что Акмарал мы уже знаем лично, да, вживую видели, встречались, видели ее эмоции, да, на банкете директоров и так вообще, когда при общении. Поэтому, Леночка, она тебя поздравляет от всего, думаю, сердца, от всей своей души с открытием этого нового звания. Вот я думаю, скоро уже мы Лену будем поздравлять с закрытием того звания, да. Лена всегда нам говорит, что, как говорит Анна Черна, мы не работаем, если при открытии нового звания, вернее, при закрытии одного звания, да, мы не открыли нового, значит, мы не работаем. Эх, Леночка, видно, что ты у нас работаешь, потому что не закрывши еще одно звание, ты уже открываешь новые. Будем стараться, да, стремиться к такому же результату, как и ты. На этом у меня все. Я хочу присоединиться к тому, что будет сказано, ко всему тому, что будет, сколько здесь сегодня девочек-спикеров будет поздравлять. Поздравляю всех с новыми уровнями, новыми званиями. И хочу пожелать, конечно же, хорошего, успешного закрытия 14-го каталога, так как осталось уже неделечко, да? И всем спасибо за внимание. Сейчас следующий спикер продолжит.